на автомобиле, на электричке. Вот на этом велосипеде, родимая. Вот, сейчас надо сориентироваться по карте. Честно говоря, впервые здесь нахожусь, не знаю, куда ехать. Вот, сейчас вот по карте, ну, тут ребята скинули геометку. Сейчас мы найдем, куда ехать. И, собственно говоря, я и поеду до этого озера, где находятся наши все ребята. Хорошее, это все забытое старое. Да. Вот, наконец-то я и добрался до ребят. Вот они все здесь сидят. Не все. Да, не все. Не все. Одного человека мы пока не будем раскрывать, кто это. Когда он будет подъезжать, мы расскажем, покажем даже, как он едет и что у него в рюкзаке, что он нам везет. Мы его, в общем, в качестве гонца послали в ближайшую деревушку. Она где-то здесь, в 3 километрах от нас. А пока мы пьем Немиров. Спонсорская реклама. Это, бляха-муха, не реклама. Повернем ее боком, чтобы никто не видел. И у нас еще в палатках, там вот есть палатки, вот, и там спят нехорошие. Второй состав. Да, второй состав, в общем. Они сейчас спят, скоро проснутся, и, думаю, присоединятся к нам. Хотя хер его знает. Я проходил там, там такой храп могущественный, что пипец. Палатки сотряхаются. Хотя говорят, что там каждой твари по паре, там мальчик с девочкой спят. И, может быть, палатки-то сотрясаются не от этого вовсе. Хрен знает, но время покажет. Посмотрим, что будет дальше. Нам приехал Дед Мороз. Он и подарки нам принес. Правда, запыхался немножко. И слегка даже прихуй. Че, чем порадуешь? Слушай, а ты быстро довольно-таки съездил, на самом деле. Я знаю. Ты такое ощущение, что. Такое ощущение, что только уехал. Рассказывай. Расскажи нам, что у тебя там было. В магазине Дикси мне нагло позавидовали. Это, сука, от него костром воняет. А мы здесь сидим за кассами. Я говорю, ну извините, а я тут с водкой, соком стою на кассе. Ну здорово, прикинь, я приеду в город и скажу, от него женщинами воняет, а мы тут сидим. Ну это я все вырежу. Я подумал, что это пригодится на всякий случай. Талка вообще, заебок, что. Друзья, следующая тема нашего выпуска — это предатели. Предатели. Заметьте, какой заструился смех из нашей компании. Но, тем не менее, я хотел бы представить нам самых главных предателей. Обратите внимание, она закрывает свое лицо черной какой-то тканью, чтобы не видели ее лицо. Да. Как помните, раньше в криминальной хронике закрывали глаза. Итак, знакомьтесь. Предатель номер раз. Предатель номер два и предатель номер три. Он спрятался за кусты, но тем не менее вездесущая камера репортера все равно доберется до этого человека и покажет его, так сказать, во всю, на всю, всех видел, со всеми. На всю глубину нашего голубого. А вот еще одна. Она, я надеюсь, не предательница, но лицо у нее довольно-таки заспанное. Здорово. Да, успели приехать. Да когда? Уже часа два как тусим. Надо, кстати, оглядеть здесь местные красоты. Там вот озеро есть. Точнее, это камень. Какая разница-то? Все равно... Здесь, говорят, вырабатывали золото, и мы попробуем даже его сейчас найти. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ах ты, блядь, не упала, а я думал, упадет. Обратите внимание на это дичайшее заспанное лицо. Вот, вы представляете, что они творят? Не надо тебе, ты увидишь. Люди приезжают, они спят. Просто едь сюда, целовать тебя будут. Как дорогу. Вот, ну, там будет канава. Аккуратненько ее перейдешь, и все, 300 метров до нас. Давай. Женщины, многие просто не могут запомнить дорогу. Мы сейчас столкнулись с Она далеко была, я бы ее убил. С наиярчайшим примером, когда женщины не могут найти дорогу. В том месте, где они уже бывали когда-то. Кто боится клещей, у меня для вас плохая новость. Я сегодня уже клеща смотрю. Есть. Теряем. Провожаем предателей. Слышь, тебя здесь вчера не было, они здесь были вчера. А, ну ладно, все. Поделись нам, что было интересно здесь. Мы бревно притащили с того берега. Я тебя пригласил. Да. Сейчас речь идет о какой-то женщине. Будем ходить. Или о ком? А, это про дерево, да? Ну, как бы я тоже иногда некоторых женщин называю деревянными. Деревянная, что ли, или что? Итак, о чем? Для сидения мы принесли вот такущее дерево с того берега. Ну как мы? Мы. Мы. Нас было много. Остальные по центру висели, как обезьяны.
Долгие проводы, лишние слезы. Нам пора. Сейчас. Все, валите уже отсюда, надоели. Все слезы. Давайте вещи сваливайте, блядь. Там водяра уже нагрелась, короче, все. Давайте. А, еще нет? Пока. Пока, ребята. Не запнитесь по дороге. Счастливо вам. Чтоб вам подавиться по дороге. Не запнитесь. Чтоб вы опоздали на электричку. Предатели. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, какими мастерскими отточенными движениями моется картошка. Если бы не она, мы бы вообще вы не знали, что такое голод. А так мы познали голод во всей красе. То есть она не хозяйка, ни хера. Ни хера не хозяйка. Нет, на самом деле. Она нам помогла узнать, что такое голод. На самом деле, я вижу, какие мастерские отточенные движения из этого делаю вывод, что девочка хозяйственная. Вот, не пропадет. Кто хочет жениться, лично я не хочу жениться, сразу говорю. Вот. Ну так, затусить там пару раз. Еще можно, конечно, но жениться ни в какую. Ребята, рекомендую. Наливай. Свежее решение. Дело время, а потехи, сука, недели три. Hello, Paul. В нашем полку прибыла, приехала СМЗ. Привет. Она, правда, долго нам, я извиняюсь, выносила мозг, трахала и даже слово мозг просто. Она ехала сюда от станции до сюда где-то в течение полутора часов просто, я не знаю. Я, блядь, уже пешком отошел до сюда. Она не любовалась природой. Не любовалась, она тупо заблудилась. Не могла сюда приехать. Перейдешь, и все, 300 метров до нас. Давай. Я так понимаю, это разговор был с Зоей? Да. Это пиздец, блядь! О, блядь! Она здесь была, и мне мозг. Тем не менее, она нашла нас. Молодец. Вот. И тем самым в нашем полку прибыла. Живое пиво. Вот. Она пьет живое пиво, а мы пьем мертвое. Личный микрофон в виде огурца. Вот, да. Честно говоря, я до сих пор от этого дизайна. У нас здесь сегодня макароны с тушенкой, пиво. У нас вечер только начался, но у нас уже здесь потери. Только не потери. Давай, предлагай обратно. Он рад. Первая реакция была, он охерел, а потом возрадовался жизни, что к нему... И дальше спать. Мы поцеловали его, потому что он спит. А, вы поцеловали его. И меня жрут комары. Только что мимо нас промчался мотоциклист. Ребята сегодня просто ездят вокруг нас и, собственно говоря, мешают нам отдыхать. Дамы и господа, бесстрашная тигра. Я бы не решился, но, возможно, решусь еще. Но страшновато, на самом деле, когда все это качается под тобой. Обратите внимание, вот он сейчас специально раскачивает эту вот нырялку. Тут еще одна есть нырялка, так сказать, заготовка. Я не понимаю вообще, для чего. Это для экстремалов. Для особо бесстрашных людей. Я думаю, может, туда не идти. А? Но для вас, дорогие, как бы вас обозвать, как истинный джентльмен, пропуская даму вперед. В том году я прыгала, сейчас я что-то пока еще... Трезвая. Возвращайся и оставайся, возвращайся. Возвращайся давай, а то мы за тебя все боимся на самом деле. Страшновато здесь. Да нет, в принципе нормально. Я не знаю, я попробую сейчас туда пройти, конечно. Тут земля шатается. Хочется, но надо, короче, туда раздеться, блин. Ты хочешь раздеться? Да. Я думаю, что мы это заснимем сейчас. Ребята, я делаю сейчас просто страшный героический подвиг. Я иду по шаткой конструкции весом 100 килограмм. Они так по сравнению со мной как бы дети. Вес у них очень маленький, а у меня-то побольше. Ну да. Давай ныряй. Не, ну я в одежде, плюс камера. Ну куда нырять, ты чё? Так чё мы вас потеряли-то, ребята? Это была местная гопота. Ну вот там вот, короче.